Добрый день, дорогие друзья! Сегодня продолжаем кофейную паузу с Марианной Москвой. И о чем же мы поговорим сегодня? Вчера мы затронули такую тему, как второй финансовый уровень, который вам уже позволяет иметь какую-то финансовую свободу. Я больше чем уверена, что большинство людей, которые хотят когда-нибудь стать богатыми, они уже находятся на этом уровне. То есть они уже сделали шаг вперед. Что же такое третий, такой желанный уровень финансовой свободы? Но он еще не конечный, есть еще четвертый уровень. Но третий уровень – это уже высокий уровень финансового понимания, финансовой грамотности. Когда вы уже умеете планировать, вы уже точно знаете, сколько вы тратите, вы уже точно знаете, сколько вы зарабатываете, и вы уже можете запланировать ту сумму, которую хотите заработать. То есть это уже не зависит от судьбы, от внешних каких-то факторов, от дяди, от работодателя. Вы уже знаете, что вот в ближайшие несколько месяцев я хочу заработать столько-то. И все для этого делаете. И что интересно, ваши планы сбываются. То есть вы уже начинаете руководить своими финансами, а не наоборот. Еще одно отличительное свойство этого уровня – это то, что вы уже не нуждаетесь в кредитах. Вам каким-то совершенно невообразимым образом удалось погасить все взятые до этого кредиты. Наверное, на это ушло несколько лет, не один год. То есть вы наметили план, вы выплатили, вы работали очень тяжело. Вам было действительно очень трудно, поскольку вся большая часть ваших денег уходила на оплату банковских процентов и задолженности. Но вы с этим справились. И у вас на сегодняшний день нет ни одного кредита. И вам они и не нужны, по сути. Потому что вы уже умеете планировать, вы умеете откладывать деньги на ваши необходимые нужды. То есть, если перед вами вдруг возникает какая-то неотложная задача, то вы можете ее решить, у вас уже где-то эта сумма отложена. Если вы хотите поехать в отпуск, у вас тоже на это есть деньги. Если вы хотите сделать подарки своим родным в определенной дате, достаточно дорогие, вы это тоже можете себе позволить. И при этом у вас не возникает, как говорится, дырки в бюджете. То есть вы это уже предвидели, вы на это уже отложили деньги, вы уже знаете, как администрировать свои финансы, сколько процентов нужно на такие-то нужды, сколько процентов на такие-то нужды. И вы уже не плаваете как рыба в воде, и не понимаете, куда вы плывете. Нет, вы уже выстроили траекторию и идете туда, куда вам нужно. Может быть, не так быстро, как вам хотелось бы. Может быть, вы еще должны очень много работать для вашего дальнейшего процветания. Но можно сказать, что вы уже успешный, состоятельный человек. Вы не зависите от превратности судьбы, вы с ними справляетесь. И даже когда они возникают, вы знаете, что нужно сделать, чтобы решить какую-то определенную ситуацию. И редко обращаетесь за помощью к другим людям. То есть у вас уже все параметры предвидены. Это очень комфортный уровень, к которому стремятся очень многие. Но это еще далеко не предел мечтаний. То есть можно еще лучше. И о следующем финансовом уровне мы говорим с вами завтра.
Если вам интересно прочитать статьи в разделе индивидуальных консультаций, вы можете найти на сайте marianolanskaya.ru. До следующей встречи!